Одинцовский городской округ принял участие в акции «Бессмертный полк онлайн». В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в этом году всероссийская патриотическая акция проходит дистанционно. На единой интернет-платформе «Бессмертный полк России» сформирован видеоряд из фотографий участников Великой Отечественной войны и их родственников. Многие жители округа поддержали акцию, разместив портреты своих близких, ветеранов и тружеников тыла, прямо в окнах и на балконах квартир. Так герои вновь оказались в едином строю. Кроме того, в прямом эфире Одинцовского телевидения на протяжении 7 часов шел телемарафон. Все желающие могли позвонить в студию и рассказать о своем родственнике, принимавшем участие в Великой Отечественной войне. Звучали стихи и песни о войне, поздравления и добрые пожелания в адрес ветеранов. Стоит отметить, что в подготовке акции «Бессмертный полк» в каждом доме самое активное участие приняло Одинцовское отделение партии «Единая Россия».